Я спою вам песню, песню про Одессу. Этот город славен с давних лет. В нем такие разные гуляют интересы, и он хранит в себе один секрет. В нем такие разные гуляют интересы, и он хранит в себе один секрет. В нем есть два моря, они не спорят, между собой им просто нечего делить. В одном купаться, в другом смеяться, а если коротко, то по-одесски жить. В одном купаться, в другом смеяться, а если коротко, то по-одесски жить. Языков в Одессе, как и рыбы море, а язык одесский знаменит. С городом он в радости, и с городом он в горе, и лечит, будто доктора и болит. С городом он в радости, и с городом он в горе, и лечит, будто доктора и болит. Что вы сказали, чтоб вы пропали, я этот дворик вам запомню навсегда. Здесь нас так быстро и красиво обшмонали, хоть на дворе давно не те уже года. Здесь нас так быстро и красиво обшмонали, хоть на дворе давно не те уже года. Семен нас с другом в рыбном ресторане, время подводить уже черту. Но море блюд изысканных сегодня будет с нами, и разбредемся где-то поутру. Море блюд изысканных сегодня будет с нами, и разбредемся где-то поутру. Прощай, Одесса, моя принцесса, ты в море жизненном сегодня и всегда. Я здесь гулял, как молодой повеса, хоть на плечах ношу не юные года. Я здесь гулял, как молодой повеса, хоть на плечах ношу не юные года. Прощай, Одесса, моя принцесса, ты в море жизненном сегодня и всегда. Я здесь гулял, как молодой повеса, хоть на плечах ношу не юные года. Я здесь гулял, как молодой повеса, хоть на плечах ношу не юные года. Помещение для магнитотерапии. Аппараты, наверное, еще доисторические, да? СССР. Все старое. Все старенькое, да. Ну, главное, чтобы оно работало. Женщина в трубе лежит. Сейчас я лягу. А там где это? Ножку засуну туда. Лежу в трубе, я загораю. И на часы поглядываю я. Ох, скукота. Мама дорогая, то вечером развлечемся мы, друзья. Дочь профессора Неумывайкина перед вами. Знаете, как я с утра сегодня умывалась вот так. Неумывайкина, Беззубкина. Но зато веселая, с хорошим настроением. Посмотрим, может, сегодня в дельфинарий сходим. Вам как хочется. Короче, вот этот пилинг, ребятки, он мезопилинг, но он не сильно сильный. Я из режима, уже лицо не розовое, уже бледная поганка, как обычно. Кожу не стягивает абсолютно ничего. Но оно будет шелушиться в течение 70 дней. Я думаю, что у меня раньше обшелушится. На мне все как на черепахе. Короче, облазит быстро. Вот. И я взяла название этого пилинга у девочки. Я думаю, это итальянский. И я думаю, мы его просто дома найдем. И будем сами себе
Надо пройти 6-7 процедур. Ну, кто ж это успеет? Поэтому по уходу за такой кожей, у меня кожа пористая, по уходу за такой кожей ей нужна такая своеобразная поддержка, и мы ее будем поддерживать. Надеюсь, что мы скоро поставим зубы, и мы начнем куда-то двигаться с вами. Потому что я ж не могу все время просидеть в Одессе. Может, в Херсон забегу, а может, сразу к маме. Но еще планы не сложились. Я ничего не планирую, потому что живем, как жизнь покажет. Понятно? Так, ладненько, я заканчиваю магнит, бегу на завтрак. Начинаются процедуры. Утренние. Ух, как мне вчера мюзикл понравился. Обалдеть. Ну, вы, кому театр не нравится, не смотрите, конечно. Строго не судите. Мы сидели на балкончике вообще далеко. Прибежали мы, что уже спектакль начался. То есть мы уже билеты покупали. Вот так вот. Не с головы, а с хвоста, так скажем. Поэтому все побыстречку, побыстречку. Что я просидела в парикмахерской, делала я пилинг. Галка мне звонит, говорит, в мюзикл не хочешь? Я говорю, хочу, но я... У меня же сегодня процедура. И так мы вот с бухты-барахты. Она говорит, а я тут ужин приготовила. А я уже бегу. Так что мы успели поужинать с ней, сбегать на мюзикл и удачно вернуться домой. Все, ребятки. Увидимся чуть-чуть только позже на следующей процедуре. Давайте сфокусируемся, так сказать, на том препарате, с которым я делала свой пилинг. Вы просто остановите видео и увеличьте картинку. Сейчас покажу вторую страничку. В состав препарата входит 3 кислоты, и вот что они, по идее, должны делать с кожей. Поэтому испробуем это на себе. Препарат итальянский, еще раз повторюсь. Если будет возможность, я его куплю. Внимание, внимание, продаю телевизор с толстым задом и недорого. Уже продали. Одно пыльное место от него осталось. Я со своего номера подарила телевизор без разрешения администрации. Что мне будет за это? А я не знаю. А мне как-то фиолетово, ребята. Женщина, которая живет наверху, говорит, у меня, наверное, единственный номер, в котором нет телевизора. А я говорю, так в чем же дело? Мы же в Одессе. Давайте я вам свой отдам. А как же вы без телевизора? Ну, мы же... В интернете. Зачем нам в интернете телевизор? Правильно, логично. Я даже его вынесла на второй этаж. Женщина-пенсионерка без телевизора. Это как рояль без клавиш. Это как небо без солнышка. Что у нас там за погодка? Нормально. Скоро выйдем погуляем. Прохладненько. Измеряем температуру воздуха нашим телом. Если не замерзнем, значит на улице тепло. Ладно, давайте вам скульптуры покажу. Итак. Первое, это не голова профессора Доуэля, это Савельев, который был начальником с 76 по 2002 год. Заслуженный доктор Украины. Yeah.
немало об Одессе спета песня. Но я сейчас спою еще свою, поскольку город сказочно прелестен, и я Одессу всей душой люблю. Я жил на Дерибасовской в Одессе, в уютненькой гостинице «Спарта». Весь день освещен был местной прессе, карманы грел последний четвертак. Мой чемодан украли прямо на вокзале, когда давал кому-то прикурить. В Жавневом у Ямстремского сказали, в Одессе очень любят так жить. Одесса, 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 с распахнутым сердцем, друзья. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. С валютой мне помог один дружище одессит. Он мог бы стать великим скрипачом, теперь сдирать с песней по миллиону тысяч. Забросил скрипку, стал зубным врачом. Он приодел мне свои трусы и шмотки, купил билет в Москву на самолет. Он дал подарок мне икры плюс водки и подарил на память пулемет ручной Максим. Одесса, 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 с распахнутым сердцем, друзья. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. Благополучно приземлился. Друзья меня спешили расспросить, где был, где так сумел прибарахлиться. Пришлось им популярно объяснить, что не гулял с ножом я по Бродвею. Но если вас смутил мой внешний вид, скажу, я к вам не из Америки приехал, из Одессы на мне кооператора прикинь. Я к вам не из Америки приехал, из Одессы на мне кооператора прикид. Одесса, 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 с распахнутым сердцем, друзья. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. Одесса, ты черного моря принцесса, я сразу влюбился в тебя. Видео снимаем? Конечно. Вот смотри, языческие боги. Да. Это Скорум, это Лада, маточка. Бегу. Вот, дальше можешь сказать. Вот это вот. Угу. Это бог Сварог. Хороший бог. А видишь, я и не знала. Славянский. Понятно. А это Светочка? Да. Это Светочка, это я. Привет. Сейчас покажем. Да, покажи лица. Это когда хочешь благополучия в семье, порядок и вообще счастье, любовь. И вообще просишь Сварога и матушку. Надо. Просите Сварога и матушку о любви, благополучии, счастье. Кому еще чего? Всем все передаю. Я даже за них возьмусь. Обнимайте. Мы же хотим любви, благополучия, счастья нашей семье. Thank you.
сейчас мы все-таки попробуем. Кофеек с автомата. Нашлись у меня мелкие купюры. Автомат сказав, що кава готова. Приємного. Вы где-нибудь живые книги видели? Это раритет. И они просто так. Читайте это, повертайте их до шафы. Вот такая библиотека. Я себе даже книжонцу взяла. И это еще не все. Аренда сейфов. Понятно? Только сейчас обратила внимание. Ведется видео спостережения. Так вот. Ну, мы же с вами в Одессе. Поближе положишь. Поближе возьмешь. Поэтому наши деньги в одесских сейфах не лежат. Пока, ребятки, до следующего видео.